Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня на обзоре Toyota Corolla Rumi, он 2013 года, на бензиновом двигателе, объем 1,8 литра, 136 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, полный привод. Имеется спойлер, тонировка задней полусферы, камера заднего вида, хорошая резина, литые диски, ветровики, бесключевой доступ, повторители поворотников в зеркалах. По салону. Салон темный, кожаный, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, электропривод зеркал, подогрев зоны дворников, система курсовой устойчивости, центральный замок 4, электростеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. Сто один, сто два, сто один, сто семь, сто восемнадцать, сто шесть, девяносто шесть и семь, сто один, сто пять, семьдесят восемь и девять, сто десять. Актуальные цены и наличие автомобиля можете уточнить по ссылке в описании к видео.